Новые антирекорды. Заболеваемость COVID-19 в России обновляет рекорд 5-й день подряд. За минувшие сутки болезнь диагностировали у 34 325 человек. Это максимальный прирост инфицированных с начала пандемии. Общее число заразившихся превысило 8 миллионов. Отмечу, что прошлый рубеж в 7 миллионов был преодолен всего полтора месяца назад. Умерли от коронавируса еще 998 россиян, в том числе 10 жителей Татарстана. В республике за сутки инфекция подтвердилась у 129 человек. Это абсолютно рекорд за все время пандемии. В Набережных Челнах заболели 28 жителей. Всего COVID-19 выявили у 28 716 татарстанцев. Скончались 857.